14 августа жители рабочего поселка Кормиловка собрались на торжественное открытие современной детской площадки. Такую прекрасную возможность для безопасного отдыха дети и родители районного центра получили благодаря вниманию главы региона Виктора Назарова. Как стало известно, единственная площадка для детей в Кормиловском районе была демонтирована. Министру по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Александру Фабрициусу было поручено разобраться в обстоятельствах ее сноса и в кратчайшие сроки установить новую. Пишите мне от правительства Омской области, от временно исполняющей обязанности губернатора Виктора Ивановича Назарова выразить благодарность за то, что вы сегодня здесь, на открытии этой площадки, потому что очень много уделяется внимания развитию детства, творчества, детского спорта, а это одна из ступеней к тому, чтобы наши дети посещали эту площадку, готовились к тому, чтобы затем выполнять нормы ГТО. Родители очень рады такому подарку. Теперь они спокойны за своих детей. Да и сами ребятишки по достоинству оценили новую площадку. Что вы уже успели здесь сделать? Все. Что делали? Катались с горки. Лазили по паутинке. Что больше всего понравилось? На горке кататься. И по паутинке лазить. Это по послушной. В песке играть. На песке. Мы вообще живем в городе, но у меня родители живут в соседнем доме. И мы очень часто приезжаем с детьми сюда отдыхать. И вот сегодня приехали, у меня ребенок старший, ему 8 лет. Он очень просит оставить его до школы здесь, потому что площадку новую открыли. Сказал, мама, да, я наиграюсь, я хочу отдохнуть. Добавим, что в Кормиловке строительство площадок для детей и молодежи на этом не заканчивается. На конец сентября этого года запланировано открытие хоккейной коробки по программе «Газпром детям». Помимо ледовых видов спорта, кормиловские дети смогут сыграть на новой площадке в мини-футбол и баскетбол.